Шалом, друзья! Сегодня 4 число месяца Сиван. И сегодня мы переходим к изучению раздела «Врата единства и веры». Вторая часть книги Таня «Хинук Катан. Воспитание малых». Эта книга, как объясняет сам Адмор Азакен, собрана из книг и речений мудрецов Великой Святости. Сегодня объясняет Алтеребе, что есть два вида связи с Творцом. Есть связь, когда душа горит, и есть связь, основанная на обдумывании и осмыслении. Первый путь, когда душа горит, зависит от времени и состояния самого человека, и он непостоянен, а вот обдумывать и вдумываться на своем уровне может каждый. Как сказано, воспитывай отрока согласно пути его, и даже состарившись, он не отступит от него. Согласно пути его, следовательно, это не абсолютно истинный путь, следовательно, более высокая связь, когда душа горит, но этот путь доступен не каждому, только тому, кто поборол свое «я», и только в определенные моменты. А основа, которая всегда остается, это путь осмысления Творца, и благодаря этому у любого человека есть что-то, что всегда неизменно. Например, кашрут, тфилин, субботние свечи и так далее. И это то, что не зависит от настроения, то, что постоянно. У человека неизменно то, что он знает, обдумывает и этим живет. И это и есть хаббат, когда человек учит хасидут, пропускает это через себя и живет этим. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.